Друзья, советую подписаться на канал Егора Цыпылова. Егор хочет стать топовым футболистом и играть за футбольную команду. Он намерен идти к своей цели, что бы ни случилось. Если вы готовы его поддержать и двигаться к своим целям вместе, то подписывайтесь на канал Егора. Будет круто. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет заруба. Нет, я не один буду рубиться сам с собой. У меня есть братва. Подходите, ребята. Вот они все, братва. Короче, сегодня мы будем делать отжимания на брусьях, отжимания от пола и подтягивания. Будем рубиться 2 на 2 на максимум. Получается у нас лесенка, да? Начнем со скольки, пацаны? Давайте, ну, с пяти. То есть будем без передышки делать все эти упражнения. Кто выиграет, тот красавчик. Ну что, поехали. Да, я Саня, раз, два, три. Короче, у нас получается, что мы с Саней, а Андрюха со Славой. Поехали. И так как я забыл сделать на турнике и в обычных отжиманиях 7, на, ну, там же я буду делать 11, а здесь 9. Yeah.
Итак, друзья, короче, из-за того, что Саня не сделал ни подтягивания, ни отжимания на брусьях до конца, то мне нужно будет сделать 16 отжиманий на брусьях, 21 подтягивание и 16 отжиманий. Либо мы проиграли, если я не сделаю. Поехали, попробуем. Короче, сейчас человечек утверждает, что он не будет делать вообще нисколько. Ребят, запомните, даже если вы понимаете, что вы не сможете сделать максимум, ну, сколько надо, то делайте сколько можете. Вы должны стремиться к большему. Если вы не можете повторить, вы должны делать столько, сколько сможете. Максимум. Что сказал? Чисто. Вот давай делай. You broke me, you broke me, crawling through my... Да? Да, да, да. Было почти как мне годиков. Итак, сейчас мне предстоит сделать по 24 везде, потому что вот этот товарищ сделал всего лишь по 6, и мне остается до 9 доделать до него. Посмотрим, если я не сделаю хотя бы тут 24, то уже нету смысла переходить к подтягиваниям. Поехали. Он охерел вообще, его замочим после трения. Да. Вот тут вряд ли я сделаю. Сейчас доделаю. Давай, давай. Нам устал уже. Не, все. Мы слили. Итак, друзья, как вы видели, блин, наша команда проиграла. Со счетом каким-то плохим довольно-таки. Все из-за тебя. Саня сделал по 6 раз всего лишь, это фигово вообще. Поэтому у меня дыхалка, я без подготовки. Поэтому без поздравляем развития. Ребят, молодцы. От души лайком ставим. И сейчас Саню убивать будем. Не забывайте ставить лайк не только за то, что мы молодцы, но и за то, что я не умер и вернулся на канал. И за то, что я сдох. И за то, что он сейчас сдохнет. Пока. Найс, годный контент. Подпишись на канал.